Десятки тысяч деревьев в Алматы находятся в аварийном состоянии. По словам специалистов, практически у всех сгнившая сердцевина, а значит, рухнуть они могут в любой момент. Не так давно массивная ветка упала на крышу летнего кафе. К счастью, обошлось без жертв. Как в мегаполисе будут решать проблему, расскажет Гафу Али. В Алматы сегодня насчитывается 2 миллиона 800 тысяч зеленых насаждений, но 84 тысячи из них в аварийном состоянии. Потенциально они опасны для здоровья и жизни горожан. Деревья разрушаются изнутри и могут упасть в любой момент, даже без содействия капризов природы, говорят алматинцы. Ну, что по этому поводу говорить? Надо, чтобы смотрели, Зеленстрой же в этом, как бы, вот, чтобы проверяли, смотрели, что зря зарплату получают, что ли. Сейчас, например, ну вот с деревьями падают этот еще, это вообще ненормально. Вдруг бы кто пострадал. Конечно, таких случаев немало. Это беспокоит не только нас, молодых мам, которые гуляют с детьми, но и пожилых людей. Они ведь тоже нуждаются в свежем воздухе, любят гулять в парках. А сейчас в такую жаркую погоду люди ищут тенек, а найти его можно только под деревом. Но, как показал недавний случай, это небезопасно. Специалисты выделяют несколько факторов, приносящих вред зеленым легким города. Основные – это подземные коммуникации, пересекающиеся с корнями деревьев, и солевые реагенты против гололеда. Из-за них жизнь одного дерева в мегаполисе, в отличие от дерева в лесу, сокращается втрое. Поэтому исчерпавшие свои жизненные ресурсы деревья необходимо срубить, считают эксперты. В городе много накопилось этих аварийных много деревьев, которые уже практически исчерпали свои ресурсы, которые нужно их заменять, потому что для города нужны деревья, которые безопасны для окружающей среды, для безопасности для наших жителей города. Они должны безопасными быть и не аварийными, потому что бывали очень много случаев, когда деревья нанесли очень большой ущерб, даже унесли некоторые жизни. В управлении зеленой экономики рассказали, что уже разработали программу по вырубке всех аварийных насаждений. Обещали, что проблема решится полностью за 3 года. В прошлом году мы срубили порядка 5000 деревьев из 84 тысяч аварийных деревьев. До конца этого года мы планируем вырубить около 17 тысяч. В первую очередь, конечно, будем устранять аварийные насаждения, находящиеся у школ, детских садов и между жилых домов. Для поддержания экологии города необходимо компенсировать вырубленные деревья, поэтому специалисты планируют до конца года посадить около 170 тысяч зеленых насаждений. Гафу Али, Абен Нармаев, Хабар 24, Алматы.